Реализация программы «Чистая вода» в Московской области подходит к логическому завершению. За 9 месяцев 2017 года ввели в эксплуатацию 18 новых и модернизированных водозаборных узлов. Еще 82 объекта появятся до конца года. Об этом сообщает портал РИАМа в Люберцах со ссылкой на МинЖКХ Подмосковья. В 2017 году планируется обеспечить качественной питьевой водой более 300 тысяч жителей Подмосковья. В частности, запланировано введение в эксплуатацию не менее 100 ВЗУ и подключение к восточной системе водоснабжения ближайших к ней городов Подмосковья. Общая стоимость строительства и модернизации 100 ВЗУ составит около 1,5 миллиарда рублей. Отмечу, в рамках реализации программы «Чистая вода» за 2 года в регионе были построены и модернизированы 112 ВЗУ. Качество воды улучшилось более чем на 91%. Задача областного правительства на ближайшие годы – довести уровень обеспеченности водой нормального качества практически до 100%. Луиза Егазарян, Мария Лапычева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.